И всем привет, дорогие подписчики канала Merlotech Incorporated, на связи с вами Вескер, у вас суббота, у нас Beyond Two Souls все еще, и я все еще ее записываю подряд. Надеюсь, вам будет интересно, ставим лайки, пишем комментарии и подписываемся на канал. Ну, по традиции, вебку выключаю, но с вами прощаюсь, и, как говорится, вот результаты нашего предыдущего прохождения, мой воображаемый друг, я записываю все подряд, надеюсь, будет интересненько. Что ж, погнали! Итак, мы неплохо повеселились, правда, отец тот еще мразотный сволочь, зря на женщину наезжал. Оказывается, они просто приемные родители, все они даже не... О, конденсор. Что за конденсор? И это еще перед ЦРУ. Джоди. Вставай. Уильям Дефо? Окей. Что случилось? Одевайся. По дороге объясню. По дороге объяснишь. Мило. В ДПА идет программа по изучению инфрамира другого измерения. Разработан конденсер. Устройство для создания врат в иной мир. Они открыли проход? Да. В мир Айдена? Угу. Ночью сквозь врата проникли существа. Мы не смогли отключить конденсер. Все в здании погибли. Спасателей тоже никто не вернулся. Тебя просят помочь. Я говорил, что ты ребенок, и это слишком опасно. И ты нас везешь. Что ты одна сможешь справиться с тем, что лежит за тобой. Ну, красота. То есть случилась катастрофа, ребенок неподготовленный, и ты везешь ее туда. Ну, молодец, Дефо. Проезжайте. Да проезжаем. Что в центре города причем сделали? Ну молодцы. Если не готова, скажи. Я увезу тебя. Не надо. Эй! Я бы сказал нет, я не готов. Я готова. Вот это общественное давление. Я послал бы всех. Уильям Дефо, увози ее лучше. Вот как всегда, никто не слушает здравого человека. Стой, Нейтан! Ты чего? Нельзя ей туда идти! Ты в своем уме? Выбора нет! Только она может нам сейчас помочь! Простите, мисс Ванзу. Пропустите. О, извините. Да, мы важная персона. Можно кому-нибудь помочь? Айден, давай. Да, не очень-то хорошо здесь все у вас. А есть тут где-нибудь бонус, пока мы не ушли слишком далеко? Нет? Нету? Обидно. И ведь не побегаешь даже. Эти показания бред какой-то. Тут все сплошной бред, да? Все будет в порядке. Надо всем помочь. Вообще как-то странно она летает. Он летает, Айден. То летает вперед, то нет. Странно это все, ну ладно. Ладно, идемте. От нас что-то скрывают. Туда просто уже нельзя никого пускать. Нам не сдержать. А, я не могу даже уйти. Конденсер на нижнем уровне. Там есть пульт управления. Это все, что я знаю. А сказать, как пользоваться пультом? Как включить, как выключить? Вокруг врат. Не такие, как Айден. Они из глубин того мира. Мы о них ничего не знаем. Я с рождения живу бок о бок с существом, о котором ничего не знаю.
Ну да, тоже верно. Я справлюсь. Не бойся, я сегодня не собираюсь умирать. Не переживай, мы видели твое будущее, так что все нормально. А если помрешь, воскреснешь. Ну или Айден подлечит там. Тяп-ляп. Уиден де фоклист. Тоже подложим. Ух ты. Красота. Все прямо так поломано. Только в путь и вперед. Не очень-то безопасно. Ну ладно. Что поделаешь. Что посеяли, то и пожимайте, товарищи. Пойдем-ка здесь пройдем лучше. Не знаю, как ты, Айден. А я боюсь. Нормально. Если что, я прикрою. Мы за Айдена. We is Aiden. All is Aiden. Все мы Айден. О! Смотрите, что нашел. Бонус. Красота. Прямо знаю ведь, куда идти. Прямо интуиция работает. Это хорошо. Интересно, кстати, почему они не вышли наружу? А, то есть везде можно пройти и так, да? То есть можно было даже пропустить все это дело. Вообще красота. Давай зайдем сюда, посмотрим, что тут. Можем же, наверное, зайти. Нет? Нельзя. Окей, идемте дальше. Спуститься. Это мне надо подойти поближе. Красота. Внимание. Давай ставим прямо вот здесь. Ну, если нас убьют, чтобы уж помирать было красиво. И что мне тут делать? Давай аккуратненько. Оу. Он вроде жив, но вроде и мертв. А что тут еще есть? А, дальше не пройди, да? Ну, окей. Давай, 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 открываем. Айден помог бы. Ну да. Тут троп. Спокойно, спокойно. Айден же тебе показывал его. Он живой, вроде как. Все нормально. Не переживай, все хорошо.
Так, направьте эманацию к голове Джоди, чтобы посмотреть воспоминания. Окей. А, понял. Как-то вот так, да? А. Вот так, да? А, то есть даже держать не надо. Ух ты, ты можешь читать мысли. А, его вообще убил чемодан. А. Его чемодан убил. Хм. И все. Тут больше ничего нету. Нет, ну мало ли. Если его убил только чемодан, ну это, конечно, тупость. Ну ладно, погнали. Resident Evil Umbrella Touch Inc. DPA Adulation. О, ну хоть где-то механические ворота, и то спасибо. Guten Tag, мы пришли по вашей душу. Подели каламбура. Каламбур. Типа мы прибыли по их душу. А, кто поймет каламбура? Никто не знает каламбура. Вы живы? Или у вас вселены? Ходи, там ждет только смерть. Ну спасибо. Если ты не в курсе, как бы она сюда и пришла-то. Ну, кстати, тут было понятно, что он живой. Видели, такой подсвечивающийся. Давай, давай, оттащим его. Оттащим, оттащим, оттащим. Лучше бы отполз бы, помог бы, чем так вот говорить, тратить последние силы. О, там ждет тебя только смерть, лучше бы помог бы. Красота. А можно дезактивацию какую-нибудь? О, а у этого вообще, этот вообще пустой. О. Там еще одно воспоминание. У этого тоже. То есть у кого-то они еще есть. Это хорошо. Идем дальше. Сэр, вы там... Как-то жутковато, если честно. Ну-ка. Он же лежит? А то не хватало еще зомбиков здесь. Давай, открываем, открываем. Что ли? Это хорошая проведюшка. Да будет потом не забыть. Если не забуду. Попробуй открыть с той стороны. Окей. А ты не хочешь избавиться от того трупа? Ну, на всякий случай. Ну, мало ли. Так. Все переломлено. Никак... О. Нет. Открыли, да? Ну ты пока постой, а я тут еще полетаю, посмотрю. Может, что-то найду полезное. Подожди. Ну, тут еще один трупешник.
Они здесь. Будь рядом, ладно? Хорошо. Да, воспоминания не очень хорошие. Веселое, но не хорошее. В общем, тут где-то еще одна зараза летает. Красота. Даже несколько. Дай-ка я осмотрюсь на всякий случай. Лучше проверить и перепроверить сотню раз подряд, а то мало ли. Лучше сразу открою, то мало ли, убегать придется. А там нас, кстати, что? Я как-то не обратил на это внимания. Можешь через огонь лететь, Айден? А, тут просто такой проход, что ли? О, ну ладно. Я думал, какой-то такой специфический, но... Видимо, нет. Ой, идем? Забавно, что эти твари есть и в обычном мире. То есть они ее посещают постоянно. Но при этом, что-то вот последние годы они ее не трогали. Ну или они были. Как она только не задохнулась здесь. О, пошли. Теперь идем. Подожди. Не пройдет. Надо все проверить. Идем. Лучше идем по разные стороны баррикад. Так безопаснее. Это явно не она. Да хоть поуютнее будет. Давай, давай. Считай. Ты ранен? Ноги чуешь? Нет, не тебе. Да, спокойно. Они же повсюду. Что за идиоты? Им души нужны, так вы должны как бы высасывать, а не жрать. Окей. Ну ладно. Надо найти систему пожаротушения. О! Там был еще один человечек, давайте туда зайдем. Я посмотрю всю историю. Мне понадобится весь доктор. Сэр. Это нехорошо. Энергетический поток, позволяющий нам открыть временный проход. В
временный проход. А стал постоянным, да? Ладно, уходим отсюда, а то сейчас задохнешься ты у меня. Видишь, сколько угарного газа здесь? А, тут были, да, а тут были ворота, просто они были забаррикадированы. Как она все еще дышит? Тут знаете, сколько угарного газа? Наверное, угарный сценарист какой-то был. Вот так. Высасываем память. Так, вообще необычненько. То есть они вроде вселяются, но потом убивают. Хайден. Давай-ка. Ну уж извини. Кстати, как удивительно, что он... Давай, на огонь, на огонь. О. Вот так вот пройдем быстренько. Тихо, спокойно, без каких-либо угроз. Вот этот мне не нравится звук. Есть один живой. Этот мертв. Кто-то смог выжить. Ты же был мертв. Я же твои мысли прочитывал. Ты уже должен был быть мертв. Он из того отдела, где мы были. Вот серьезно. Не мог даже нормально помирить. Хотя никто в нашей реальности нормально помирить не может. Ты куда идешь, Джоди? Сюда. Сюда, Джоди. Давай, идем. Нам как бы туда, но давайте сейчас поговорим вот с этим человечком. Оу, бедняга. Он не жилец. Нет, 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 нет. Уходи, уходи, пожалуйста, уйди. Тише, я Джоди, я работаю с Докинзом. Существа полезли из врат. Существа из-за грани. Я спрятался, но они здесь. Они еще здесь. Тогда уходи. Бегите к лифту. Он заработал. Вы сможете подняться. Ты остаешься? Да. Но ведь эти твари тебя убьют. Ты лучше беги, а мы тут разберемся. Смерть ты встретишь одна. Это, кстати, да. Даже тут уже мертвый. Ты что, больной что ли, призрак? Только пришел в гости, так сразу убивать пошел. Серьезно? Ох ты, зараза какая. Джоди. Джоди, лучше уходи. Бедный доктор. Но он же, он одержим. А. Есть. Куда руки?
туда и мы клонимся. Понял, вспомнил, помнил. Помню святую истину. А, походу, когда тело помирает, они не могут долго держаться. Окей, хорошо, 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 хорошо. Давай, 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 Джоди, 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 Джоди. Я жму, 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 жму. Давай. Да то есть, Джоди. Вот серьезно. Не знаю, что я сделал. Но что-то я сделал. Давай, лечись. Так. Фух. Доктор Хайден, он же Айден, вам поможет. Ну вот наше первое убийство. Красота. В нем еще остался этот дух. Не дух. Не знаю, где он, кстати. Ну там еще лежат, но это потом мы почитаем. Эй, тупица, ты тут еще? Да, валяется. Другой тут вообще отдыхает. Бедная девочка. Это Вьетнам. Это ее мини-Вьетнам. Она не готова к такому. Эх, давай, Хайден. Бедная девочка, мне ее жалко. Откройте нам, дураки! Они проходят сквозь стены! Дверь их не задержит! Нельзя рисковать. Ну что, порисковал? А этот бывший морпех. Этот... Да, это, по-моему, было во время Второй мировой войны работал. Слишком гладко и слаженно сработал. Ладно, Айден, он с ним из одного мира, то есть я не понимаю, как бы. Но где-то призраки-то, они же из другого измерения. Подождите, я не понимаю. Давай, 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 давай. Плотно засело, да? Ладно уж, так и быть. Это я, успокойся. Вот и открыли, пойдем. Будь рядом, ладно? Ладно. Я даже сделаю по-умному. Ой. Что-то по... Это мне не нравится. Что-то пошло не так. Alert, evacuation, alert, evacuation. Я кого-то слышу. Ну и где вы? Я так полагаю, нам сюда, да? Да, нам туда. Ну, пойдемте. В следующей серии. Да, в следующей серии. Ой. Возможно, она, кстати, сейчас кончится, как вариант, но не факт. Но надеюсь, ребят, вам понравилось сегодняшнее прохождение. Ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на канал, Discord, Контакт, DeviantArt, ссылочки все в описании. Ну, пока оставим Джуди здесь, в компании красивых трубцов. Тем более, после такого хочется прямо реально отдохнуть. Так что скоро увидимся. Не прощаюсь. Всем до скорой встречи. И всем пока. Еще увидимся.